Ах, а ты, чувак, с вами я, который дурно пушистые штанишки, и я просто не знаю, для чего я вообще включился, я не знаю, чем заняться. Ну, что делать, Майнкрафт у меня и был, я его переустановил. А, не буду хвастаться вам, но у меня холодный оригинал. Каташечка, сам интересно, а все, в принципе, окей. Может, в Дрейхэд? А что, давайте вообще в Дрейхэд, да? Давайте в Дрейхэд. Пацаны, давайте. Хонфилс еще можно сыграть, но у меня нету билетика. Просто и у меня нет билетика. Выберем мою любимочку. Тачку. Давайте, моя любимая тачка, выбираем. Я моя любимая тачка. А, короче, не смог я поиграть. Будем... Давай. 100% какая-то хрень. Давай, тачка. Просто. А, ну давай стадиончик пройдем, да? Где я пробую сейчас? Ну я у меня нету билетиков, пацан, ты что? Какой? Просто стадион. Стадион! Какой стадион? Я предлагаю, чтобы я прошел. Давай я просто приду. А, ну, вот этот стадион. Все, пошли. Ну и все. Ну что, гонь? Как выглядит эта фигня? Это ж везде полная против байкера, да? А как? Вот пацаны, пишите в комментариях, как выглядит это. Не, просто я в Дрейхэде уже профи, да? Я зипер, типа. У меня друг мой... Кстати, вы знаете все моего друга Никиту Геймса. Кстати, почему мне всегда казалось, будто с ним все хорошо? Пацаны, я продолжаю забить. Ну, короче, смотрите, давайте я это не буду, это долго надолго, давайте просто я перемотаю. Время придет это целых 20 минут скорее, ну, 20 секунд. Вот, пацаны, здоров, опять. Давайте просто... Я не читер, пацаны, я не читер. Сейчас расскажу одну историю, которая приключила со мной сегодня, да? Вот сегодня. Что у меня сегодня было, да? Мы играли с моим другом Никитусиком. Это вчера. И когда мы начали с ним играть просто, да? Кстати, мой новый бигфут. Когда мы с ним играли, все было как бы идеально, да? Вот сейчас на улице снег лежит. И что я хочу вам сказать самое важное из всех. Ну, не знаю, это второе мое видео проходило, я даже не знаю, как снимать. Сейчас, да, ну, смотрите, пишите в комментариях, про что вы хотите больше. Я могу вам показать свое лицо. Я могу снять видео про Майнкрафт. Это уже первое новое видео. Я могу снять видео про Hello Neighbor. Настоящий Hello Neighbor. Или я могу уже просто снять видео самое тупорылое в мире видео. Это знаете какое? Да, вы угадали. Если вы угадали, ставьте лайк. Ну, в общем, короче, слушайте внимательно. Вообще, короче, сейчас то... Ну, короче, слушайте, что я хотела вам сказать. Это... Да! Вообще, короче, говоря... Я сниму видео про... Ну... Блин, я не буду вам говорить. Если хотите, чтобы я это видео снял, просто мне нужно 5 лайков. 5 лайков. Это немного. Не надо тысячу миллиардов там лайков. Просто 5 лайков. Это легко. Что играем, да, в последний раз сыграю, и на этом все, я просто прекращаю. Пацаны, мне нужны подписчики. 3 подписчика для меня это... Да, это нормально, но... Я хочу, чтобы у меня было побольше. Ну, 3 подписчика, а вы... Что ли, издеваетесь? Кстати, неизвестный подписчик, я обращаюсь к тебе. Ты моя, ты смотришь мои видео. Напиши...
мне в коммент, как твое имя. Как тебя зовут? У меня 3 подписчика. Это мало, пацаны. Это очень мало. Это очень мало. Просто хочу узнать. Просто хочу узнать. Чё делать-то? Ну, давайте просто сейчас играем один раз. Вот я не понимаю, как можно на такой машине выиграть? Давайте подадимся. Блин! Купить звездочки, я бы мог бы выиграть, но я не захотел. Просто хочется подольше. Видите, что-то все равно. Оп, пацаны, смотрите, мы сейчас с вами. Оп, на крышку, оп. И... Вэмпэр! Ну, давайте заканчивать. Сейчас я вам покажу кое-что. Подписывайтесь на канал. Компот! Пятку ты видео. Все интересно. Компот. Ему нужны подписчики. У него много, конечно, подписчиков, но ему нужны. Ему просто нужно глянь. 24 часа назад. Фермер. Бомж. Просто подписывайтесь. Ну, на этом все. До скорого. С вами я, Кот Гудзон. Пишите на штанишки и... Пока, чуваки. До скорого.